Так, всем привет, ребят. Грим Оптимист на связи, и Dark Souls, естественно. И, как я обещал, сегодня мы с вами пойдем надерем жопу, постараемся, по крайней мере, рыцарю черному. И потом надо там с крабами, с этими, разобраться, то есть болото до конца исследовать. Плюс у нас есть, блядь, два ответвления, по сути. Есть два ответвления, блядь, которые... В принципе, нам что-то интересное дадут, возможно. И плюс еще важный момент. Не забываем, друзья, то, что можно купить у бабки ключ за 20 тысяч душ. В принципе, для меня сейчас 20 тысяч душ это уже, ну, скажем так, сумма не очень большая. То есть это... Я попал пидрила, а, с бревном, мать. Короче, уходить кувырком в них, под них, это плохая идея. Это я уже... Я сейчас этих тварей опять валить там. Так что, может быть, сегодня мы еще и купим с вами это. Ну, вы поняли. Бэкстеп нельзя, да, ему сделать. Осколок титанита, кстати, фармится из них, это хорошо. Надо прокачать на самом деле меч еще, потому что, ну, не особо уже как бы. Так, уже как бы не реляет. То есть надо что-то посильнее. Но, блин, меня тесак вот этот вот мясника, честно говоря, очень как-то... Ну, блин, он слабый. Ну, почему он такой слабый? Блин, он крутой был во второй части. Это было, ну, топовое оружие, по сути. Главное, чтобы не успел уйти, все. Уголь. Отлично, из них еще и уголь фармится. Это хорошо. Так-то их несложно убивать, если знать как. Так, ну что? У нас есть тут вот ответвление еще сюда. Давайте посмотрим просто, что там. Сет наемника. Давайте заценим. Ну да, это легкий сет. Рыцарь может быть жесткий, ребят. Ну... Да, дамаг у него жесткий. Но он слабый сам по себе. Сам по себе рыцарь ни о чем. Как это ни странно, да? Я даже, честно говоря, немного опечален. Как-то, ну, ни о чем, вообще ни о чем. Семикара наемника. Вообще ни о чем, рыцарь. Ну, дамаг у него, конечно, хороший, но, блин, он слабый. У него легко уклоняться от атак. Очень легко. Уголь Фарана, что это такое? Ну-ка заценим. Тихо. Так, тихо, тихо. Вот. Позволяет создавать тяжелое, острое, отравляющее оружие. Интересно. Возможно, надо Андре будет отдать это говно. Ну вот и все. То есть тут больше ничего и нет, я так понимаю. Не так страшен Бэтмен, ты как тебя малюют. Вот интересно, как вот туда попасть, вот это большой вопрос. Потому что написано, что с другой стороны не открывается. Соответственно, туда как надо попасть. Как, я не знаю, вот вообще не знаю. Так, нужно, короче, ребята, теперь по болоту побольше прогуляться. Расстреливать крабов — это плохая идея. Попал.
тактику, ребят. Надо вообще в бьёнки взять. Блять. Блять, он меня сейчас загасит так. Все, ушел. И какой-то петух еще там. Кольцо великой топи, надо потом заценить, что это за говно. Так, что, ПВП, да? ПВП? Блин, с таким мечом, конечно, будет печально драться, но ладно. Что за кольцо топи? Давайте заценим. Быренько. Усиливать пиромантию. А, вот он. Привет! Тебя здороваться-то не учили, э? Здороваться не учили, петушина? Давай еще. Ой, ты еще и лечишься, петушатина ебаная, а? Ой, народ, блядь. Не, ну это просто пиздец. Это чмо ебаное какое-то просто, блядь. Обоссанное чмо. Чё, нормально-то пвпшится? Никак, да? Ну, сука, я с тебя весь эстус выбью сейчас, гнида ебаная, блядь. Чё, обосрался? Просто петух какой-то обоссанный вообще. Мало того, что лечится, так еще и боится нападать на меня, гнида, блядь. Я вообще, я тоже буду туда лечиться. Его хуй убьешь, он лечится, петух. Но я тоже буду лечиться, раз он лечится, чё. Еще сетевой код-то говно. Блядь, чё за говно сейчас было, вообще не понял я. Все, я убил эту хуйню, блядь. Трусливую мразь. Хуй соси, блядь, уебище. Извиняюсь, ребят, что столько агрессии, но меня бесят такие уебки. Вторгся, лечится, не поздоровался, блядь. Просто пиздец вообще. Какие только конченые гандоны, блядь, не попадаются. Я вообще в шоке просто. Какое там ПВП, блин. Я здороваюсь, вот то, что он меня не напал, пока я здороваюсь, это только потому, что там мешала ему какая-то хрень, и все. Вообще просто, я в шоке, блин, с этих людей. Понапокупают, блин, Dark Souls пидоры всякие. А повезло, что я его еще хлопнул. Мне вот интересно, этот краб заново появится, нет? Короче, первое ПВП в этой игре это говно ебаное, а не ПВП. Я очень отвечаю. Не, ну надо, конечно, понимать то, что... Играют, говорю, с непонятным что, то есть, может, он не знает правила, да, но все равно, как бы, ну, незнание не избавляет от ответственности, понимаете? Вон, ходит краб там.
Ну, нормально, люди так. Хейзл, желтый палец. Какой-то вторгся. Короче, тут я чувствую, сейчас будут вторгаться ко мне. Ну, по-моему, это NPC. Хейзл, желтый палец. Привет. Блять, ну еще одна. Здороваться не учили, гнида, блять. Хуй тебе поперек морды. Темный дух. Корона Еремии. Не, по-моему, это NPC все-таки был. Кошак уже сходит. Я боюсь даже. Сейчас я пойду кошака, наверное, за дверь выпровожу. По-моему, это, ребята, все-таки был NPC. Потому что какая-то нереальная концентрация пидоров, понимаете, как-то, ну, наводит на мысли. Крабы эти сраные тоже. Ну, они реально жесткие, то есть каждое сражение с этими крабами, оно чревато. Давайте подлечимся. Стрелять просто. Они, кстати, по-моему, навсегда убегают. Блять, надо валить. Там еще краб, ё-моё, блин. Бежал тоже. Чё-то я сусь, короче, так много, это жесть. Концентрация пидорасов, да, превышает. Какой-то щит взял, блядь. Что это жесть? Ой, сейчас эти пидоры еще подключатся, мать твою, бегом. Последний эспус. Чё, это тоже? Нет, это краб где-то. Блять, эти крабы, они тут.
Ну да, все, я понял, где я. То есть там вот эта ебака сидит, туда мы падали, если вы помните. Тут как раз переход в следующую локацию. И тут два этих уёбка. Интересно, как туда попасть? Не сюда. Ну, видимо, тут как-то надо оттуда как-то попасть, вот. Да. Вопрос только как. Туда нам нет смысла идти, у нас там уже разведано. А что там, кстати, защита нашел? Давайте заценим. Щит с очень хо... Нет, не очень. Вообще у него все плохо. Короче, все очень плохо. Вообще-то в этом. Туда нет смысла идти. Блин, я хочу вот эту штуку собрать. Блять, нет, буду ходить вниз. Потом, правда, снова сюда возвращаться, блин. Они, короче, могут бить только... Угу. Нашел вроде позицию Маракаси. А, они попадают. Сдохни, блядь. Ну реально, вот от первого ПВП у меня прям плохие эмоции. Мне не нравится. Что-то, блядь. Все лечатся, никто ничего не, блядь, не здоровается. Пиздец. Но второе это все-таки, вот, по-моему, НПК был. Имя русское просто. Но все равно, даже если это так. Неприятно. Первый-то был человек, точно. Щит сокола. Он говно, по-моему. Он был в предыдущих частях, да. Он для парирования, это, по-моему, малый щит. Так, ну что, значит, теперь у нас вариант. Либо пойти туда, тут мы все разведали, либо пойти туда, вот после того босса. Мы, наверное, пойдем все-таки сюда. Но сами понимаете, что нужно идти к костру. Это печаль. Тем более я еще и горю, поэтому мне, ну, поэтому мне нет смысла упарываться сейчас никакого. Какая-то бесконечная локация, тут просто все в ебаных кострах. Сейчас главное, чтобы никто не вторгся. Я без эстуса. Но, что я могу сказать, сетевой код как был обоссанный кал, так и остался. То есть мы увидели, ПВП довольно криво работает. Так, отправляемся. Отправляемся мы с вами в... Все-таки, наверное, в храм огня сначала. Потому что один хотя бы уровень надо поднять. Я вообще... Тут мало душ дают. За боссов ничего не дают толком, блин. Вообще печаль в этом плане. Давайте и до Андреда заодно дойдем. Так, повысить уровень. Так, жизненная сила, стойкость, физическая мощь, я, наверное, прокачаю все-таки, потому что... Чтоб можно было колечко еще одно одеть. Там вроде было какое-то неплохое кольцо. Вот, кольцо мудреца. Использую заклинание, снижаем силу физическую атаку. Ага. А,
А, это одинаково, блин, я туплю, ребят, одинаковые кольца, да, кольцо ломается, все, тут, так, ну давайте кровавого укуса, наверное, оденем, все равно ничего лучше нет. И сходим до Андре. Передать уголь, вот, дать уголь Фарану. Used to forge a fine prod, now I'll be praise the gods. Вот, и теперь можно закалить. Ну, я не знаю, я не вижу смысла палаш закалить. Так, стрелы у меня есть, я недавно покупал просто. Так. Цитадель Фарана, блин, я не помню, какой из них нужен. Давайте вот пока сходим. Тоже вторгнуться кому-нибудь. Ну, блядь, тоже вторгнешься, никто тоже здороваться не будет, блин. Вот в этом прикол, что когда в Dark Souls играешь через год, через два после выхода, там уже играет комьюнити. Да, это все не то. Там играет комьюнити, там все здороваются, все, ну, как бы, то есть играют люди, которые вот знают, что нужно делать. А когда игра вышла, там, ну, покупала куча, там, каких-то левых людей, да, которые, там, не соблюдают, там, ни правила хорошего тона, ни вежливость, ничего вообще, просто похуй, сразу тебя гандошат. Даже не пытаются, там, ничего тебе это... Ага, все, я, кажись, понял. Можно вон позвать пацанчика. Че, позовем, нет? Как вы думаете? Давайте позовем, просто че уж. Призвать фантома нельзя, блядь. Так, че это за твари? Какие-то улитки. За них еще и душ не дают толку. Но их много. Так, давайте-ка заценим, что справа. Нужно быть аккуратным, я не в этой жиже, может быть, что угодно. Комок угодного меха. А, понятно, это дерьмо меня травит. Только сейчас понял. Ну-ка, а вообще эта жидкость травит в целом? Да не хочу никого призывать. А, я пока у меня отравление, я не могу, сука, сесть за костер. Не могу. То я уж испугался. Так, ну-ка, это дерьмо травит, да? То есть по-любому, если на него наступаешь. Да. Ну, эта локация сразу напоминает нам... Давайте туда, пока сюда не пойдем, просто потому что, ну, возможно, хоть какое-то кольцо будет от отравления потом. А то пока что-то как-то, я не знаю. Давайте сюда пойдем. Тут можно пройти, то есть там вы видели, но я хочу исследовать локацию. Как-то идти так, ну, напрямик, это не мой стиль. Поэтому такие дела. Хочу передать пламенный привет всем, кто пвпшится. Ребята, соблюдайте, еще раз говорю, правила приличия. Это вежливость. Это вежливость, ее нужно соблюдать. Иначе вас будут все пидорасом считать, что вы сами понимаете не очень хорошо. По-моему, она посильнее стала, эта штука, чем была. Давай, бегу. Хрен с пилой. Ой, блядь. Жесткий парень. Я не очень жесткий. Бабуля! Бабуля! Ах ты, она меня книгой бьет! Вот это пиздец. Книги беречь надо. Доспех глашатая. Давайте заценим. Ну, не, ничего так на самом деле. Но, блядь, ну хотя давайте посмотрим еще эти.
Ну ничего так, доспех на самом деле, в целом-то, но мой получше в целом. Прочесть послание. Костер. Да, это костер. Тут пока вроде срезов других нет, поэтому идти по одной дороге. Так, что пишут, ну-ка. Впереди костер. В натуре. Что-то костры прям как каждые 3 метра. Ну-ка, а что это за костер? Может, это следующая локация уже считается? Да, это храм глубин, ребята, следующая локация. Давайте мы туда не пойдем. Ладно, пойдем все-таки давайте в локацию, которая отравляющая. Это, по крайней мере, считается предыдущей еще локацией. И, конечно, моя логика, она дебильная, я сразу говорю. То есть я даже не спорю с этим, но... Ладно, сейчас аккуратно попробуем не травиться. Но кольцо, может быть, там и дадут какое-нибудь кольцо нормальное. Тут, туда идти смысла нет, туда траванешься. То есть здесь можно пройти. Затушите 3 пламени, откройте дверь к волчьей крови, господи. Ух ты. Агрессивные улитки, это жестко. Это симулятор алканавтера, короче. Улитки пытаются меня убить. Главное не кувыркаться еще в этом говне, а то это плохо закончится. Я не успею дойти до туда, скорее всего. Хотя нет, успею. Осколок титанита назад. Есть. Так, сейчас нужно ждать. Слушайте, это медленно дерьмо спадает, однако. Прикольно так клеит этот персонаж. Классно сделали, конечно. Все равно пидоры разработчики, но сделали они это классно. Так, вот туда надо, да, сходить, и я думаю, что... Вот, а что это за приступочка, интересно, что здесь? Да ничего особо. Так, давайте улитку эту застрелим. Ну, это не улитка, это правильно говорит, что это слизняк, у него раковины-то нет. Такие дела, так что... Слизняк. Осколок Эстуса, назад, давай, есть контакт. Так, давайте пока улиток постреляем. Сафари на улиток объявляется, на слизняков, вернее, открытым. Эстус — это хорошо. Уже 8 фляг будет. Это круто. Потом по-любому будет какое-нибудь кольцо, которое либо вообще защищает направление, либо что, и можно будет исследовать эту локацию. Хотя ее и сейчас можно исследовать на самом деле. Тут хелса-то довольно медленно тратится при отравлении. Так, и можно наверх, да, пойти? Осколок титанита. Так, давайте все-таки эту туда посмотрим, что здесь. Радужный камень. Ну, понятно, что надо исследовать, то есть, локацию. Но я потом, там костер рядом, я потом как-нибудь заморочусь, исследую, пока я не хочу. Хотя... Нет, то не успею дойти. Ладно, потом заморочимся, короче, исследуем полностью все здесь. Пока не хочу. Тем более, я пока в этот, ну, с человечностью еще... Сейчас посмотрим, может здесь где-нибудь костер еще есть. Это что за хуйня еще? Нет.
особо жестко. Ну, дамаг-то у них, может, и высокий, но они сами не особо жесткие. Какие-то копытные ублюдки. У них копыта, причем, знаете, как у древних наших этих... Ну, животные, вот из которых потом лошади появились, у них такие копыта, полукопыта, полулапы были. Ну, кому интересно, можете загуглить. Впереди костер. Погасить пламя. Что-то, блядь, я зря, по-моему, это сделал, ребята. Но там кто-то, помните, писал сообщение, типа, нужно погасить, тогда что-то будет. Пока ничего не понятно, но вроде как это первое пламя, которое появилась возможность погасить. Гнилая смола. Так, ребята, значит, я вот думаю, ладно, пойдем пока вперед. Тут все равно по логике где-то костер должен быть. Еще и умеешь так делать. Ой, ты, блядь. Тихо. Пиздец, это говно меня убило. Я в шоке, блядь. Не такие уж они и слабые, однако. Ой, жесть. 6000 душ, конечно. Так, я вот думаю, может быть, раз уж я... Все равно потерял человечность, заморочиться и попробовать побегать, посмотреть, что тут как. Все равно, ну, костер, если что, отравление можно на костре вылечить. Наверное, так и сделаю. Что пишу? Впереди призрачная стена. Да... Слушайте. Это не призрачная стена, это глюк. Это, ребята, глюк. Я, честно говоря, немного в шоке от таких приколов Dark Souls, ребята. Разрабы, вы чё, совсем шизанулись, что ли, уже? Уважаемые разработчики. Не, реально, это жесть, ребята. Василиск, старый добрый друг. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты набываешь свой зоб, а? Все, я пробую, блядь. Жесть, ну просрал, 6000 душ, ну и хуй с ними. Мне интересно стало сюда сходить. Че здесь? Все равно не отъебусь теперь. Но тут за проклятие никак не наказывают, просто умираешь и все. Но у меня, я в шоке, честно говоря, от этой херни, вот от той. Это жесть. Это жесть, реально. Давайте, я не знаю, расстреляем их, что ли. Что-то как-то неохота. Просто, видите, кувыркаться-то нельзя в этом месте практически. На самом деле, блин, их еще хер расстреляешь.
Но отравление это такое, не особо сильное на самом деле. Это интересно. Тихо. Надо лечиться. Этих дохуя там, я в шоке. Когда их, кстати, атакуешь, у них каска прерывается. Пиздец, блядь. Слушайте, они жестче стали, чем раньше. Они быстрее, во-первых, стали. Раньше они не умели. Так, надо, короче, как-то сейчас... Надо... Там что-то там интересное есть, стопудово. Короче, в этой игре, в этой части игры отравление, это, знаете, ну, как бы оно... Ну так, типа, оно есть и все, ну, не особо оно ничего не делает. Это опасные твари нынче. Реально опасные. Надо очень аккуратно, короче, я уже понял с ним. Их много, их тут реально штук 6 или 7 даже. И они видят далеко еще, вот в чем проблема. Надо сагрить одного, отлично. Глазах прям у них. Ну это не глаза, кстати, по-моему, типа железы какие-то, глаза. Глаз у них не видно. Они маленькие где-то. Так, давайте-ка выпьем Одинестус. Так, аккуратно, тут еще где-то эти ублюдки. Вот они там. Смотрите. Там что-то на дереве вон, смотрите, вон. Это что за хуйня еще? Кувыркаться в говне это не... Ну, я уже отравлен, поэтому мне уже похуй, на самом деле. Лук. Лук нереально просто спасает, блядь. Короче, вот в таком месте на самом деле эти твари очень опасны, как вы видите. То есть, да, если бы это было просто земля там, да, то, ну, проблем бы не было. Я опять отправляюсь, сука. Это что за говно? Просто деревяшка. Не, ну я же для чего-то сюда иду, не просто так же. Это же Dark Souls, здесь не бывает ничего просто так.
Ведь я даже бегать-то не могу здесь. Ага. Какой-то тут срез или хуй знает что вообще. Большая душа безымянного солдата. И вот куда я пришел. Блять! На тебе, позвоночник. Косточка возвращения. Блин, а где я вообще? Где я? Самое смешное то, что туда тоже можно пойти, но там опять отравление, блин, я не знаю. Ну давайте посмотрим, что тут что-то ведь должно быть интересно. Кто-то ходит. О, еще можно погасить. Типа я короткий путь до третьей хуйни это открыл, вот чё. Впереди предмет. Ржавая золотая. Ну спасибо, давайте поставим оценку, парни. Одобрить, да? Ёб твою мать. Давайте заценим, кто это. Это, кстати, не очень жесткий парень, судя по. А может и жесткий? Пиздец, у него дэмэдж-то. Все на. Понятно, его надо расстреливать. Это я уже понял. Блин. Теперь, ну, по логике вещей, туда можно попасть и другим способом, в то место. Ну, давайте попробуем прошлым. То есть, ну, как вот, выполнить, короче. Без этого. Ну, по-обычному. Просто мы там, типа, короткий способ с вами какой-то открыли, да? То есть, ну... При этом тут еще куча ништяков будет, да? Ну, по идее, тоже надо собрать их. Пока что-то влом. Хочется души вернуть. Тихо. По очереди будем. Это, кстати, слабее твари. Те, которые вот тогда нападали, это какие-то более жесткие. Да, это были какие-то более жесткие твари. Это стопудово, парни. Блять, короче, это жесткая хуйня вообще какая-то. Ёб твою мать, она может. Надо тактику против них какую-то выработать. Я пока не совсем понимаю. То есть, надо ударить, они подпрыгивают. Мне нужно в это время вверх как-то, что ли. Я не знаю, блять, сейчас попробуем, короче.
Конечно, можно тут народу навызывать, короче, просто нахуй все разнести. А давайте так и сделаем. Что-то мне влом просто, мне надоело, вот честно скажу. Сейчас навызываем пацанов. Давай, пошел. Призвать фантома нельзя. Нет, этого я не хочу вызывать. Вот этого можно вызвать. Темного духа нет, не хочу призывать. Сейчас должен появиться фантом. Не вызывается никто. Как всегда, сетевая часть игры в заднице, в глубокой. Никто, блядь, не вызывается, сучка. А, нет, вот вызвался. Света, привет. Ха. Пошли, чё? Пошли, братан. Давай. Интересно, он тоже травится или нет? Будет помогать мне. Этого зацепило чуть-чуть. По-моему, на него вообще яд не действует. Осколок титанита, это хорошо. Так, давай, пацан, не слейся только сейчас, я тебя умоляю. Давайте-ка в него постреляем. Быстрее валить это говно. Да помогай ты мне, ёб твою мать. Все хорошо. Там еще какой-то темный дух вторгся, блядь. Вон он. О, с тесаком. Это какой-то серьезный товарищ. Может быть, хоть он поздоровается. Это нормальный пацан, правда, проблема в том, что у нас двое, он один. Вот. Стоп, так, блин, ну я ладно, я подожду тогда. Все, это не боец, понятно, что жесткий парень. Ну, он просто, ну, он жестче намного, у него уровень, во-первых, выше, это видно. Что? Какое нахуй отравление? Чё, лечиться-то не будешь? Молодец. А, выходит, да. Понятно.
Давай. Все, убил. Хороший бой, спасибо, правда, я отравился. Все нормально. Ну вот приятно с нормальными людьми поиграть. Сука, ведь половина реально пидоры какие-то вот. Попадается нормальный человек и приятно с ним поиграть даже. Он даже, видимо, оценил мой жест широкой души, то, что я не стал вмешиваться в их схватку. Призван по уговору синий дух какой-то. Нахуй ты мне нужен уже. Так, у меня, кстати, ведь где-то был этот мох там. А, блять, где этот... О, господи, так, где-то было тут. Пилюля, не, не то. Блин. Лечит отравление, вот. Надо просто его использовать, иначе... Иначе дальше нам не пройти, я человечности терять не хочу. Ну, я рад, что хотя бы второе ПВП нормальное получилось. Да, нас было двое, но мы по очереди, я ему дал полечиться, то есть все, все было по... Ну, как бы нормально, то есть все, все было по-честному. В принципе, вроде все довольны остались. Из меня, конечно, ПВПшник, как из говна пуля, но вывез, тем не менее. Надо палаш, что ли, еще прокачать, я не знаю. Так-то палаш неплох, кстати. Последнее. Вроде как последняя. Ну, респект тому пацану, если он смотрел. Ну, вряд ли он, конечно, будет смотреть мой видос, но тем не менее, респект. Я рад, что мне прямо как медом, знаете, так. Какие-то гандоны, блядь, до этого. Тут раз нормальный человек попался. Даже двое нормальных людей. Один мне помог. Ну, с ним мы, конечно, не дрались, но тем не менее. Так, вот теперь надо понять, где эта дверь. Это проблема, между прочим, понятно. Так, а что пишут? Впереди бесцельность. Ах, бесцельность. Да. То есть получается, друзья. То есть тут что, все, что ли? То есть, ну, дальше-то нет пути? Это же странно. Там же еще одно вроде. Ну, одну мы все три погасили, но как туда попасть теперь? Вот это вот большой вопрос, потому что... Блин, короче, я ничего не понял. Ладно. Так, вариантов несколько. Использовать косточку возвращения, дойти до костра и пойти по тому же пути, что и тогда, или просто здесь пока побродить, посмотреть. Ну давайте побродим, посмотрим. Похуй, что я отправлюсь. Сейчас главное, чтобы не вторгся. Я, кстати, в ПВП-то еще и отравленным сражался, по-моему. Ну, это мои проблемы, на самом деле. Блять, ты жесткий пацан.
Я чудом не сдох, блядь, на нем. Треснувшее красное око. Что это за говно было вообще? Уголь знатока. Это хорошо. Ах, уголь. Да. Это был жесткий товарищ. Гнилая смола, это хорошо. Убивать все это дерьмо я не вижу смысла, потому что это куча времени. А, вот все, во-во-во, я понял, где мы. Вы тоже, наверное, поняли, да? Теперь пойдем туда. Так, давайте эту квесту. Лечиться от отравления не буду, жалко эти штуки. Пригодятся еще дома. Так, вон какая-то хуйня там носится, блядь. Может быть опасно. Не хочу я с ней драться, ребята, вот в таком состоянии, без эстуса. Комок пурпурного мха. Там куча ништяков с другой стороны. Ну-ка, может быть, тут можно как-то пройти, блядь. Тут на самом деле рядом же этот уже, ну, костер, то есть. Пойду-ка я, наверное, до костра дойду, что-то. Конечно, душ немного, но человечный жил. По-любому есть кольцо, как в первой части, которое позволяет бегать по этому говну. Вот я уверен, то, что оно есть. А давайте еще вызовем кого-нибудь. Чего бы и нет-то. Блять, нельзя призвать его, сучка. Зон вон какой-то. Такая мерзкая локация, конечно. Ничего не скажешь. Привет. Будем делать вещи. Хули ты стоишь-то? Ты что, идиот что ли, или что, я понять не могу с тобой? Что с тобой не так? Короче, я не знаю, чего он, блядь, застопорился. Мог бы догадаться, что я исследую локацию. Так, вот это говно бы, может быть, вместе как-то с ним, что ли, завалить. Давайте выстрелим. Но это реально очень странный какой-то хрен. Я даже боюсь представить, что это за дерьмо.
Короче, у меня просто напарник овощ, блядь. Ты что, идиот, что ли, или что, я понять не могу вообще. Помощи от тебя, как от козла молока просто. Жесть какая-то, придурок, а. Мать твою. За ногу. Ну это просто жесть какая-то. Чего он боится сюда идти-то, я понять не могу. Тут... Дебил, мать твою. Нахер я его позвал тут. Сейчас меня хлопнут без него тут, чё. Это слабые, кстати, твари. Это не которые залазят. Так, тихо. Отравление, блядь. Все, отравился, сука. Мать твою. А этот даун там все еще стоит. Охуенные помощники просто, блядь. 10 из 10. Лучше мечта. Ох ты, мать твою, вот это я попал перед рягу. Спокойно. Спокуха, блядь. А, еще и какой-то петух мне вторгся, да? Тебя здесь не хватало, блядь. Здороваются, ничего, пидорасы, а. Кто мне тут поверит? Да, блядь, меня сейчас убьют просто. Пиздец, я в шоке просто. Что за говно? Какие-то пидоры вторгаются, не дают ни с монстрами разобраться, ничего, атакуют сразу. Блядь, никто не здоровается. Один нормальный человек был. Пиздец, я просто в шоке от этих уёбищ. Все, нахуй, короче, никого я звать не буду, блядь. И пусть ко мне никто не вторгается. Пизду вас всех, уебище, блядь. Ебалу, уроду гандула. Локация-то неудобная. Че тут все пвпшатся-то, я понять не могу. Что за тоже, за пидорская сущность? Ведь самая неудобная локация для ПВП, отравление постоянное. То есть ты вторгаешься, у тебя уже преимущество, потому что твой противник, скорее всего, отравлен будет. Нет, я все равно вторгнусь, как пидрила, блядь. Не ждут даже, никто не ждет даже, пока ты, блин, отобьешься от врагов. Сразу атакуют, блядь, уебище. Конченый. Иди сюда, блядь. По-моему, пока ты не в человеческой форме, к тебе не могут вторгнуться, как в первой части, это хорошо. Во второй там всегда могли вторгнуться. Это, честно говоря, бесило довольно сильно. Второй.
По-моему, ребята, это уже тоже повторяется там место. Я просто вот смотрю, по-моему. Да. Да, мы здесь были. Ну и все, начинаю пиздовать оттуда. Вот помните, в самом начале, где мы были, вот туда надо теперь идти. Там, скорее всего, место это. Там, где, помните, куча этих было, Василиск. Просто нехуй ловить, короче. Ну я дико печален в этой игре. Просто народ просто... Ну вообще ни чести, ни достоинства, ничего нет просто. Лишь бы убить кого-нибудь, хоть как, блин. Печально. Спасибо. Осколки титанита. Вот это говно, конечно, мне не хочется полупать, честно вам скажу. Я что-то потерялся, ребят. Я что-то потерялся. Хотя где я вообще? Просто потерялся. Я реально потерялся, ребят. Я, наверное, воспользуюсь. Так. Так, так, так. Welcome home, speaker. Так, повысим уровень, давайте. Так, и нам нужно повысить силу, пока не особо, удача. Стойкость. Сила. ХП, может быть. Давайте так. Farewell, Ashen One. Так, у нас еще фляга вроде одна есть. Есть. Так, и давайте уголь ему дадим. Все, пока все равно... А, да, может быть, кстати, можно что-то прокачать, я думаю. Так, укрепить оружие. Необходимые иридельскими мерцающие. Так, этот у нас палаш... Большой осколок, две штуки надо, у меня только одна. Печально. Зато это говно можно прокачать еще. 123.60, а этот сколько у меня? 163.52. Ну, блять, пока не особо, честно говоря, то есть как-то. Ну, я все равно буду прокачивать. Все равно мне некуда девать этот титанит обычно. Хотя можно, конечно, доспехи там прокачать. Хотя нет, здесь доспехи, по-моему, вообще нельзя прокачивать. Ладно. Найдем еще большой осколок тогда. Ладно, давайте последний заход, короче. Сейчас. Я уже 8 фляг, думаю, будет попроще. Человечность возвращать не буду. Сейчас пойдем на то место, где Василиск.
попробуем добить эту локацию. Там, правда, еще есть место одно вот. Вот там вот, где вот эта здоровая хуйня ходила, вот там где-то. Там есть возле нее что-то еще. Ну туда потом, наверное, сходим, что-то пока не хочу. Не хочу пока, блин, тут столько этих пидоров, а. Тихо, блядь. Да, блядь, что не попадает-то? Пипец, это что-то жестко, ребята. Вот эта здоровая хуйня, которая по болотам ходит, она, конечно, суровая. Прям скажем. Пока не вижу. Ненавижу. Сука, меня бесит это место. Тут не кувыркаться, ничего нельзя, блядь. Эти твари, они быстрые такие еще стали. Раньше не были такими быстрыми. Блядь. Вот самое главное, что это долго. Это геморрой вот этот. По одному их вот выцеплять. И чтобы дойти до туда. Это меня это раздражает. Я не люблю вообще локации, где вот нельзя бегать. В первом Дарке тоже там была такая. Внизу Блейдтауна. Тоже у всех бомбило от этого. Там вообще Блейдтаун говно, как бы, еще и внизу там пиздец. Там было кольцо, которое позволяло бегать. В этом, в жиже, в этой ебаной. Они еще, видите, какие быстрые, то есть раньше они не были такими быстрыми. Пиздец. Поебал душу. Я не знаю, что делать с этой хуйней. Меня, честно говоря, вообще бесит это место. Мне не нравится оно. У меня еще и стрелы заканчивались. Ну, на этот... Хотя, блядь, нет. Стоп, надо. Я, наверное, ребят, закончу на сегодня. Что-то я устал. В следующей серии... Значит, возьмем, ну, сейчас со стрелами закуплюсь, возьмем, пройдем это говно. Я не знаю, правда, вот там какая-то дверь открылась, я понятия не имею, где она. Где эта дверь? То есть, чё там, никто не знает. Сейчас надо стрелами только закупиться, и там уж будет видно. Чё-то души были ведь, блин. Больше-то и не надо, кстати. Давайте посмотрим, чего у нее продается вообще еще. Тут какая-то большая шляпа мудреца. Кольчужная хуета какая-то. И вот, ну, это ключ, который вы поняли, откуда он там из этой, из нежити, деревни нежити. Вот этот бы купить, конечно. 20 тысяч. Можно, ну давайте сегодня как бы еще туда сделаем так вот. Я не знаю как.
Не, не будем сегодня. Потом. Я просто хочу белый мелок оставить, посмотреть, как фармится души за помощь. Ну, это я, наверное, вообще офлайн сделаю, проверю. Потом, если пойдет, то пару серий, может быть, сниму. Ладно, спасибо всем за внимание. Пишите свои комментарии. Пальчики вверх. Всем пока.